Идем кататься на тюбингах. Вот с этой дурой и вот с этой дурой. Я не дура. Дура. Я не дура. Дура. Нет. Дура. Нет. А, дура. Нет. Ладно, встретимся на парке уж. Так надо делать так. Пытается. Ладно, пошлите. Видеоблогеры. А? Наоборот весело. Нафига? Все равно. Пойдем все равно. Вон эта дура, блядь, боится, что кататься вот с этой мелкой горки. Слушай, как тут можно кататься на боясь с маленькой такой горочки, вот с такой малюсенькой? А ты боишься? Не боишься, Шали? Нет. Боишься? Да. Боишься? Боишься? Пятьдесят рублей. Давай какие? Какие? Ну, это сейчас поедет. Дурочка. А? Вон нахуй. Вон эту горку пошли мы. Идем. Эта дура боится здесь кататься. Говорю, здесь меньше, так а там вообще бы высоко. А тут меньше, там высоко. Вообще, что за человек? Едем по розикам с сестрой вот этой. Привет, скажи. Привет. Боишься? Да. А я тоже боюсь. Держишься на доме? Идем, чтобы сходили до дома, оставили тюбинги, вернем сейчас суши есть. Я вновь переодел ботинки. Все, я переодел ботинки, еще валенка, то валенка ходил. Все, как деревенщина, старый. Ладно, встретимся с собакой. Серьезно. Короче, это дура боится сказать, что мы пришли в самурай. Ты шубар. Кого ты стесняешься-то? Вообще. День рождения празднуют здесь, а они тут боятся. Что ребенок? Сказали ждать так долго. Вы заметили, что мы вдвоем? Где у нас еще один человек? Еду. Скажи, зачем? Потому что она заныла, потому что мы не пошли в другой раз. Че, плохо ладить уже? Тебе плохо уже? А? Че? Громче скажи. Да. Что у нас дерьмо, это все наша еда. Все, покушал. Не захотел я ничего жрать. Вообще дура. Вон пришлось домой взять. Чё? А я сейчас шоколадку куплю. А нет. Сейчас будем хвастаться шоколадкой. Я куплю себе шоколадку, а я ничего не куплю. Ау. Как так вообще можно?
Я спросил, ты будешь? Ты сказала, да. Вот пришли, заказали, я ее переспросил, ты будешь? Она сказала, да. Один ролл съела, все, блевать охота ей. Один. Блин, она один съела и блевать, говорит охота. Ну ладно, пускай два. Если рядом вообще со мной заходила. Нравится она два. Вообще не понимаю эту дуру.